перестанут фонтанировать, но будут радовать разноцветными огнями. Гидравлические конструкции в парках и на площадях мегаполиса готовят к консервации на зиму. Практически все фонтаны в Новосибирске уже отключили. Сейчас специалисты занимаются монтажом светодиодных дуг, которые будут светиться в темноте круглый год, независимо от сезона. Напомню, что мультимедийная конструкция в Центральном парке пока функционирует. Новому фонтану не страшны слабые и даже средние минусовые температуры.